Ребята, привет! Сегодня вот такая работенка у нас завязалась. Попросил Карл помочь ему починить яву, а именно ему нужно доработать раму от явы, от старушки, от 350-й. Видимо, в стандарте у нее оторвались уши, и предыдущие хозяева сделали вот такие усилительные косынки. Просто приварили. Все эти косынки родные буду отсюда срезать, вырезать новые и приваривать. И еще один тюнинг, это нужно сюда вот задний маятник вместо втулок поставить игольчатые подшипники. Пока сейчас я начну, срежу, разберу, посмотрю. То есть сейчас первым делом это надо срезать вот эти уши, посмотреть, померить, заказать пластины, снять маятник, посмотреть, что там надо доработать, какие оси. Говорят, вроде подходят туда шкварня газелевские с игольчатыми подшипниками. Ну, я еще ни разу такого не делал, но попробую, почему нет. Thank you.
ребята, в оконцовке у нас получилась вот такая тема. Маятник на подшипниках. Сидит очень прочно. Никаких люфтов нету. Подшипники зашли сюда с хорошим натягом. В общем-то, растачивалась в такой размер, чтобы подшипники запрессовывались. Ось вот эта центральная не шкворень. Эти оси Карл брал у Георгия Трифонова несколько штук. Брали 5 или 6. Они были с разницей в несколько соток. По-моему, через одну сотку шаг. То есть подбирались таким расчетом, чтобы ось очень плотно заходила в отверстие рамы. Причем я еще ее потом поправлял. То есть важно было, чтобы ось сидела плотно в подшипниках, без люфта. И потом при помощи развертки подгонял отверстие в раме. Все, теперь все четко, все отлично. Так что тюнинг у нас, можно сказать, что на этом завершен. Ну, будут еще небольшие штрихи. Здесь необходимо будет поставить дистанционные шайбы уплотнительные. Они не дают маятнику двигаться, плюс не дают попадать грязи в подшипники. Здесь будут стоять второпластовые втулки. Здесь снаружи будут стоять родные шайбы с резинками, то есть будет все закрываться. Шприцеваться будет через родную тавотницу, которая находится здесь вот непосредственно в оси. И через нее шприцуется, в оси есть отверстие напротив каждого подшипника. То есть все будет шприцеваться как в стандарте, но вместо втулок здесь уже будут стоять игольчатые подшипники. На маятник были приварены вот такие усилительные пластины 3 мм толщиной. Для чего? Потому что при расточке под подшипник снимается несколько миллиметров и стенка остается тонкая. Ну и так на всякий случай, для того, чтобы этот узел был крепкий, чтобы его не ослабить, приваривается вот такая вот усилительная косынка. Все, вот они наши новые косынки. Причем это косынки, которые продаются уже новодельные для усиления родных креплений. Но Карл попросил, чтобы я взял 4 штуки и сварил их по 2 вместе. Конечно, конструкция получается толстая, но Карлу нравится. Хозяин барин. Мое дело как бы реализовать это. Главное, чтобы все было прочно, жестко и не отвалилось. Косынки еще по всему периметру проварил. То есть, чтобы это была как бы как цельная деталь, чтобы туда не попадала влага. Все это теперь загрунтуется, покрасится, и я думаю, что будет отлично. Вот такая вот доработка. Все, ребят, всем спасибо. Ставьте лайк, делитесь с друзьями. И, конечно же, не забывайте написать свой комментарий, что вы об этом думаете. Понравилось вам или нет. На этом все. Всего хорошего. До новых встреч.